вы думаете, сможем ли победить это коррупционное правительство? В Хакасии однозначно выберем Коновалова, и все будет хорошо. 3-е в Алтайском районе – одно из самых больших производств гречневой крупы в Хакасии. У сельхозпроизводителя гречиха заняты 8 тысяч гектаров. Сейчас по расцветению уборка предстоит в сентябре. Цеха по переработке напоминают большие цистерны высотой до 40 метров. Производство безотходное. В печи для растопки и поддержания огня используют гречневую шелуху. Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин пообщался с руководством предприятия и отметил, проблемы у агропромышленников Хакасии схожи для всех сельхозпроизводителей страны. Федеральная антимонопольная служба пишет письма о том, что не повышайте цену. Ну как не повышать цену? Тогда напишите, чтобы не повышали цену на солярку, чтобы электричество было не 7 рублей, как вот сейчас здесь, а 70 копеек, как в Китае продаем. Тогда, может быть, можно будет работать, ну скажем, эффективно, ну, с прибылью. Сегодня производитель, переработчик и продаж – это должно быть единое целое. Тогда у нас будут и цены на продовольственные рынки стабилизироваться. Вот. Ну и, естественно, мы таким образом могли бы регулировать ценовую политику в нашем продуктовом наборе. Катерина Ирушина, Антон Михайлов, РТС.